соковыжималка JC1501. 3650 рублей. Вот во столько мне обошлась эта соковыжималочка. Нет, товарищи, ну, я не знаю. Судя по обзорам, она стоит этих средств, но хотелось бы все равно подешевле. Так, сейчас мы это все распакуем. Так, ну это у нас уже отдельный товар. О нем я даже рассказывать, наверное, не буду. Просто обычная сушилка для обуви. Сам я такой уже пользовался. Одну на даче оставил. Другую для квартиры сейчас приобрел. Рекомендую. Она себя уже проверила временем. Очень хорошо показала себя. Прекрасный товар. О, я вижу какая-то здесь напоминалочка. Сейчас прочтем. Если наклейка повреждена или испорчена, проверьте содержимое коробки перед принятием товара. Ну, собственно, мы это сделали с товарищем продавцом. Он все распечатал, посмотрел. Еле как это все обратно засунул. А теперь мне это все еле как придется оттуда вытаскивать. Ух, как заклеено-то. Надежно заклеено. Очень надежно заклеено, товарищи. Ну это вообще, это шикарный сервис. ДНС, я прям очень рад за вас. И все еще не открывается. Да что ж это такое? Вуаля! Сейчас я эту коробочку переверну аккуратненько. Ух, гарантии выпали. Лишь бы теперь инструменты не попадали. Осторожно, это многоэтажное сооружение, держим. Этого я коробочку выкинул, не переживайте. Само сооружение должно остаться целым и невредимым. Нет, ну все-таки следующий такой обзор надо будет снимать со штатива. Вот она красавица какая. Так, ножичек надо свернуть, закрыть, чтоб не пораниться. Вот, собственно, так она и выглядит. Неземная красота. Сейчас мы аккуратненько прочитаем инструкцию и попробуем что-нибудь в ней выжать. Кстати, даже замечу, нет того химического запаха, как и в большинстве китайских товаров. Здесь такой запах, такой щадящий. Очень щадящий, вообще не раздражающий даже. Итак, первое включение есть. Я заметил, товарищи разработчики очень хорошо побеспокоились о нашей безопасности. Невозможно включить соковыжималку, если не закрыта крышка. О, как. Рев. Я так полагаю, это реверс. Обратный ход. Ну-ка. Сейчас мы ее как-нибудь оправим. Включили. Обратный ход. Ну уже, товарищ скатерть, не мнитесь. Мне явно нужен ассистент. Товарищ Евхаки, давайте приходите скорее. Будем снимать вместе.
Очень хорошо, что я все-таки товарищ умный, я читаю инструкции перед использованием и вытащил вот эту вот хреновинку. Вот она стояла вот так, я ее вытащил, перевернул и заметил, что здесь какая-то резиночка есть. Какая-то затычка. Полез в инструкцию читать, что же это означает. Перед сборкой переверните чашу и проверьте, чтобы резиновая заглушка была плотно вставлена в отверстие на чаше. Вот оно что. Вот так вот, товарищи. Не совершайте ошибок. Сначала читайте инструкцию, а потом уже действуйте. Потом продолжайте, углубляйте свои знания и обучайте других. Ну, как-то вот так вот, товарищи. Устройство готово, собрано. Осталось только выгрузить сюда морковь, включить и начать выжимать. Но, к сожалению, морковь у меня грязная. Очень грязная морковь, придется ее самому чистить. Это у вас она сейчас вот-вот через несколько секунд будет лежать здесь чистая. А мне придется ее как следует промыть. Итак, вот чистая морковь уже есть. Осталось ее только выгрузить. И, ой, надо же еще и разрезать. Да ёперный театр, ну как же так? Итак, товарищи, все готово. Начинаем начинать, как говорится. Поехали. Одна, другая. Третья, все, забили. Все как по инструкции должно быть. Запускаем. Ух, какие смачные звуки. Полезло, полезло, товарищи, полезло. А там уже покапало потихонечку. Сейчас мы даже попробуем это подсветить, все это дело. Сок тем временем набрызгал, накапал. Так, мы продолжаем запихивать. Пускай все перемалывается. Сок пора уже отпускать. Слишком мелко, наверное, нарезал. Но ничего страшного. Зато точно ничего не застрянет. Ох, я не заметил, что оно уже все. Так, надо какую-нибудь другую емкость подставлять уже. Тихо, не падай, все будет хорошо. Ну не сказать, что я прям совсем доволен. Все-таки сока очень мало получается. А, ну это широкая кружка. Сейчас все проверим. Перельем в обычную кружечку. Не, все равно маловато. Ну, знаете, я, наверное, куплю завтра еще больше морковки. Очень такой сочный возьму. Что делать с этим вот жмыхом, скажите мне? Тут все сухое. Куда это можно применить? Есть ли у вас идеи? Диктуйте в комментариях, будем пробовать реализовать. А на этом все. Всем спасибо, кто досмотрел. Если будут какие вопросы, обязательно задавайте. Будем помогать друг другу. Ну, товарищи, без оказии не обошлось. Вот эта вот хреновина, которая здесь вставляется, ее ж выгнуло из паза вот в этом месте. Когда я начал выжимать сок из свеклы. То есть там морковку отжал, продолжил отжимать свеклу. И она аж стрельнула. Короче, с
Соблюдайте меру предосторожности такую, что надо чистить, чистить регулярно, иначе она сильно забивается. Вот здесь аж все забито. То есть она, короче, стала чуть-чуть повыше и не закрывалась. Надеюсь, что там ничего не сломано. В общем, товарищи, мне теперь все ясно. Эта соковыжималка не справляется с очень активным жмыхом, который может засоряться. С морковью она очень хорошо справилась, но вот свекла и яблоко что-то прям вообще не идет. Вернее, идет, но очень-очень с трудом. Еле-еле душа в теле, как говорится. Видите, еле-еле ползет. Какушечка эта. Кстати, можно, если удлинить эту форму, батончики делать. Весьма вкусно. Из яблок я, естественно, всю вот эту херовину середину вырезаю. Там уже яблочный сок, свекольный сок смешались. Сейчас будет, наверное, что-то вкусненькое.